Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Купили машину в подарок. Смотрите, какую прикольную. Смотрите, у нее тут даже все открывается. Все. Есть пульт управления. Искали такая, чтобы была до 8 километров. Скорость у нее до 8 километров в час. А сейчас будем тест-драйв проходить. Так. Включаем. У нас, правда, дождь начинается. Представляете? Так, это мы все от пульта делаем. Давай по прямой, Миш. Прикольно! У нас дождь начинается, мы тут в машину играем. Так, задний ход. Разворачиваем. Или в гараж заедем? Не, в гараж не заедем. В гараже очень грязно. Я думаю, ты развернешь ее здесь. Блин, ну какая классная. Правда? Подарок для девочки. Так, на что у меня муж обращал внимание? Чтобы колеса должны быть резиновые и скорость должна быть большая. Соответственно, аккумулятор будет нормальный. И что еще в этой машине должно быть? Машина должна быть не от 1,5 лет, а от 3 лет, смотрите. Вот это вот от 3 до 14 якобы как. Эко-кожа. Представляете? Эко-кожа. Что-то здесь еще даже радио есть, да, Миш? Да. Нажимаем. Давай. Все. Вы представляете? Там даже несколько волн радио. Ребят, ну у нас дождь начинается, поэтому мы, наверное, завязываем с этим делом, едем домой. Вот такая крутая машина. Покупайте своим детям для дачи. Смотрите, какая красотень. Вот.